Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео об участии чеченцев в захвате Мариуполя, на котором запечатлен Руслан Геремеев, которого считают организатором убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Детали. Рамзан Кадыров выложил в Телеграме видео об участии чеченских военных в захвате украинского города Мариуполь, на котором присутствует фигурант дела об убийстве Бориса Немцова, экс-офицер чеченского батальона «Север Нацгвардии» Руслан Геремеев. По словам Кадырова, Геремеев руководит его подразделением, которое отбило нациков и захватило административный центр в Мариуполе. На видео Геремеев произносит молитву и произносит речь на чеченском под грохот обстрелов, а его бойцы водружают флаг на здание и дают автоматную очередь в небо. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров называл Геремеева настоящим организатором убийства политика, хотя Следственный комитет РФ объявил в розыск как подозреваемого в организации убийства только его личного водителя Руслана Мухудинова. Самого Геремеева по делу об убийстве Немцова не допрашивали. Следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл. СКР так и не предъявил ему обвинения. Кадыров называл надуманными подозрения в причастности Геремеева к убийству Немцова. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!